Гэта гісторыя пачалася летам падчас здымак дакументальнага фільма пра усесвяцкі храм. Калі мы прыехалі да Уладзіміра Слабодчыкава ў яго майстэрню, скульптар, аўтар помніка патрыярху Алексію II. Падчас інтэрв'ю звярнулі ўвагу на драўляны крыж, бо вельмі нетыпічны ён на выгляд. Я когда увидел, я просто ахнул, потому что крест это ну, типичный, может быть, такой неоготический стиль, который выражается вот в самой структуре креста. Резьба великолепнейшая, это дуб. Было это 37 годов тому. У 76-м тогда молодый наставник школы мастерства имя Ахремчика повез детей на экскурсию у мир. И там, у церкви поховальни опошних уладальника у замка Святополк Мирских, сярод бруду, и знайшоу гэты драўляный раритет. Когда был там, я просто дал себе слово, то есть, если найдется хозяин этого креста, я просто ему передам. Увесь гэты час крыж вісеў на сцяне майстэрні, стаў своеасаблівым талісманам і сямейнай рэліквіяй. Ён не падвяргаўся аніякай рэстаўрацыі. Стан сакральнай рэчы і зараз не выклікае ніякіх нараканняў спецыялістаў. Очень-очень хорошее качество. Вот видите, здесь вот даже вот чисто вот иконно идёт такая растяжка укрепления вот этих элементов. Я даже не клеил, потому что это всё вот оно. Видите, какие пазы. Паз великолепный. Он сохранился. И здесь буквально без клея, без ничего, все держится на вот таких вот соединениях. Это удивительно, он в прекрасном состоянии. И реставраторам здесь просто нечего делать. Его можно сразу выставлять, показывать туристам и рассказывать о том, как неравнодушные люди иногда помогают музеям. Потому что, конечно же, трудная судьба этого памятника архитектуры Мирского замка и церкви-усыпальницы могла просто привести к тому, что крест исчез бы. Атрибуция крыжа – навуковое вывучение экспоната наперадзе. Сам же скульптор, наколькі дазваляе вопыт и веданне гісторыі мастацтва, адносіць выраб крыжа до пачатку 20-го стагоддзя. Не выключае і таго, што, магчыма, рэч выраблялі маскоўскія майстры. Видно, что резьба шла, видно, бормашинами на станке, потому что ну, не видно резца. Я не вижу резца художника, ну там или, может быть, мастера по дереву. Мы пропоновываем Слабодчыкаву сёння загадчыку кафедры скульптуры Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў стрымаць сабе ж дадзенае слова амаль 40 гадоў таму, вярнуць крыж на радзіму. Дело здесь святое. Только, конечно, может быть, буду ощущать вот, ну, исчезновение вот с этого места, вот то, что вот он занимал этот этот предмет, поэтому только поэтому. А то, что, ну, я думаю, что все же важнее быть там, где он был. И он там даст больше, даст, видно, будет больше, будет отдачи, чем у меня мастерской. Все же посещает и не так много людей. Кіраўніцтва музея і навуковыя супрацоўнікі яшчэ не ўяўляюць, наколькі каштоўны экспанат вернецца ў родныя сцены. З моманту аднаўлення капліцы Святаполк Мірскіх драўляны крыж – гэта першая аўтэнтычная рэч, якая вярнулася ў родныя сцены. Бо ў савецкі час старажытныя абразы і гістарычныя прадметы, якія некалі належалі ўладальнікам замка, папросту знішчалі. Вельмі невялікі працэнт арыгінальных рэчаў сёння захоўваецца ў розных музейных калекцыях Беларусі. Царква-пахавальніца з'явілася ў міры на пачатку 20-го стагоддзя. Будаваць яе вырашыла ўдава апошняга князя Мікалая, княгіня Клеапатра Святаполк-Мірская, каб перанесці сюды прах свайго мужа і сына Уладзіміра. Праект царквы заказалі пецярбуржскаму архітэктору Марфельду. На галоўным фасадзе смальтавыя абразы Ісуса, выкананы ў візантыйскай традыцыі ў мазаічнай майстэрні пецярбуржскага майстра Фралова. Іх работы сёння ўпрыгожваюць Ісаакіевскі сабор, даходныя дамы на Нёўскім праспекце. Вяршыня іх творчасці лічыцца храм Спас на крыві.
была проведена реставрация. И крест, который сейчас водружен над иконостасом, он очень похож в стилистике, но это не настоящий крест. И у нас теперь есть прекрасная возможность и представить в экспозиции оригинальный крест, и, возможно, переделать тот, что находится сейчас. Миры скульптор был еще до реставрации. Не бачил ни одновленного замка, ни церкви поховальни. Память вертала у 70-е, где сирот бруду и был знойдены крыш. Какая-то была необходимость в этом во всем, чтобы этот крест вернулся на место. Реставрация крыжу не потребна. До речи, интерьеры церкви и сегодня по стилистике вельми подобны на стиль сакрального предмета. Тые ж переплетенні и тые ж лаконичные строгие крыжи. У музейщиков и историков никаких сумнений. Это той самый крыж, який калісті вянчал царские двери. Сегодня у церкви поховальни Святополк Мирских сучасная реконструкция царских дверей и докладные копии образу, яким неколи молились Святополк Мирские, где оригиналы невядома. На протяжении последних нескольких десятилетий от людей, имевших отношение к истории Мирского замка, мы получили всего лишь 4 экспоната. Представьте себе, это кресло князя Святополка Мирского II, это стул, который принадлежал слугам, и пепельница князя Святополка Мирского. Теперь крест – это 5-й экспонат эпохи 20-30-х годов, который вернулся в родные стены. Старажитный крыж планируют выставить у постоянной экспозиции музея. Не выключена махчимость того, что, згодно с историчным предметом, будет выраблена докладная копия крыжа, как занять место на царских зверах церквы. Гомельщина, Добружские земли. Место вядомое не только тутэйшим паломникам. Неподалек от храма у любых день шмат машин с российскими, украинскими, польскими номерами. Приезжают, как помолиться и поклониться неотленным мощам Иоанна Кармянского. Попросить здоровья своей матери вчера ночью после работы в 3 часа. Здесь нас приняли очень хорошо, переночевали. С утра мама сходила на причащение, просила. Вот я сейчас ходил к мощам, тоже самое попросил за ее здоровье, за здоровье своих детей, супруги, чтобы все было хорошо в браке. Постаралась заехать, какой бы ни был туман. Так что я считаю, что это святое место. Дай Бог здесь всем служителям и все находили здесь то, что каждому человеку нужно найти. Просто вязковый пастор с белорусской глыбинки, який присвятил усе свое земное житё служению Богу и близким. До этого часу не покидая тех, кто звертается до его за допомогой. Прожил амаль 80, не стало у 17-м годе, канонизованы у 98-м. Шмат годов он был святаром у соседней вёсы, але еще при житті Иоанн Гашкевич ведал, что после смерти протягне допомагать православным. Правда, уже у іншим храме, свято-покровским. Отец Иоанн сам предсказал, что его останки знойдуть. Казал, будут скакать на мне, але труна моцной буде. Усё так и вышло. Храм у соседней вёсцы спалили, а на его место побудовали пляцовку для танцев и футбольное поле. А у 1991 годе под час раскопок знайшли могилу священника. Останки отца Иоанна оказались неотленными.
Гэта не адзінае прадказанне святара, якое аказалася прароцкім. Першая драўляная царква ў гонар пакроваў пра святой Багародзіцы ў карме ў пачатку 20-га стагоддзя прыйшла ў трухлявы стан і было вырашана будаваць у карме новы мураваны храм. Першапачаткова яго будаўніцтва планавалася на месцы старога, але протаірэй Іоанн Гашкевіч параіў настаяцелю правесці 3 дні ў малітве і посце, каб Господь сам паказаў месца. Прыхаджане і настаяцель паступілі, як параіў айцец Іоанн, і Господь адкрыў месца. У цэнтры вёскі ўвечары загараліся свечкі. Там і вырашылі будаваць новую царкву. З тых часоў свята-пакроўскі храм ніколі не зачыняў дзверы, нават у гады вялікай айчыннай вайны, хоць фашысцкія захопнікі вырашылі зрабіць яго лютэранскай царквой, а каб прыцягнуць мясцовых прыхаджан, прынеслі сюды праваслаўныя іконы. Гэта ікона Владимирской Божьей Матери. Она была повешена в алтарь тогда, когда пришли сюда немецкая оккупационная часть. Когда приехал лютеранский пастор и зашел в алтарь, начал читать молитву, эта икона сорвалась с крюка и упала ему прямо на голову. Так что разбил ему все лицо, он весь в крови вышел из алтаря и сказал, что здесь нет Божьего помысла для того, чтобы здесь была лютеранская церковь, здесь может быть только православная церковь. И он уехал, и немцы тут же привезли сюда православного священника и монаха Ерофея. И с 1942 года эта церковь уже не закрывалась. Пра цуды вылячэння ў гэтым храме могуць гаварыць бясконца. Тут нават ёсць свой уласны летапіс. Ад мошаў святога зыходзіць цяпло і духмянасць. Безнадзейныя хворыя пасля наведвання храма здзіўляюць лекараў здароўем. Паралізаваныя пачынаюць хадзіць. А бяздзетныя пары нараджаюць малых. Хлопчыкаў у гонар святога Іоанна Кармянскага называюць ванечкамі. Нават заўзятыя атэісты пасля паклону нятленным мошчам пачынаюць верыць у Бога. Па воскресеньям прыязджалі да 10 автобусаў, і людзі получалі исцеление. Исцеление самых серьёзных заболеваний. Женщина из Бреста, у неё был рак последней стадии. Вот её муж привёл сюда уже тогда, когда её уже выписали из больницы. Уже умирает, как говорят у нас. Вот. Она получила исцеление 20 лет, она сюда приезжает, возит сюда группу. Женщина из Минска, у нее был паралич полностью, ну, полный паралич, ее привезли вообще недвижимую. Она уже просто от мощей ушла своими ногами. Был случай, когда мужчина 7 месяцев лежал в коме, молодой человек, уже когда стал вопрос о том, что уже прекратить эту помощь ему, мама приехала сюда, взяла она здесь, по-моему, косынку и масло она взяла, освященное на мощах, передала в реанимацию, и произошло чудо. Этот молодой человек не только ожил, он вообще выздоровел. И когда они приехали сюда, тоже такой интересный случай был, заходит, он здесь никогда не был, заходит и сразу пошел к мощам. Обычно так люди придут, спрашивают, где мощи, обязательно пойдут в ту сторону, к тем мощам, там у нас тоже частички мощей. 66 святых, а это прямо так, ничего не говоря, не спрашивая, прямо пошел к мощам тут молиться, благодарить. А мама рассказывает, что там так вот. Приезжали супруги, у которых 15 лет уже не было детей, они уже надежду потеряли всякую. Вот, умолились, через год они уже привезли Ванечку такого. В общем, по моему наблюдению, такие дети какие-то очень крепкие и смышленные. У наш час храм дзейнічае пры жаночым манастыры, адзін з нядаўна дзеючых на беларускіх землях. Сёстры нясуць розныя послухі, у тым ліку апякуюць бальніцу і інтэрнат для састарэлых. Свята-Іоаннаўскі манастыр прымае дзяўчат і жанчын рознага ўзросту. Сёстры рады таксама і паломнікам, якія жадаюць пажыць у святым манастыры, папрацаваць побач з імі і памаліцца ля мошчаў Іоанна Кармянскага. Приезжает одна женщина, у которой сын раковый больной. И вот она приезжает, трудится, хотя она и на работе трудится. Вот она берет на свой счет, то она отрабатывает там наперед. А потом берет дни и приезжает сюда помогать нам. И работает она, извините,
Это надо видеть, как этот человек работает. Он выкладывается полностью. Она приезжает с радостью, говорит, вот уже полгода больше остановилась болезнь. Она не излечилась, но она и не развивается. Кожную з їх у гэтыя сцены прывяла розная дарога, і кожная сваім уласным прыкладам даказвае, што перад Божай сілай адступаюць нават невылечныя хваробы. Што ў нас адна заболевання крові, сестра. І когда мы ездили с ней в групу, ей оформляли. Мы ездили где-то в течение полугода, там все проверяли мне, по всем врачам ходили. Вот. И когда мы пришли в очередной раз, то врач говорит, вы знаете, я, наверное, начну скоро верить в вашего Бога. Потому что с такими анализами, как у нее, у нас люди лежат в реанимации, а она у вас работает. Я говорю, да, она работает. Я еще говорю, как работает? Тут няма мітусні, злости, зайздрости. Як быццам трапляеш у іншае вымярэнне чалавечых адносін. А таму, вяртаючыся ў будзённае жыццё мегаполіса, з сабой пераносіш каштоўнасць кожнага імгнення. Нездарма святапакроўскі храм лішыцца месцам, дзе вернікі ўмацоўваюцца ў сіле веры, а тыя, хто сумняваліся, яе знаходзяць. Лісавецінскі манастыр – гэта не проста рэлігійная абшына, а цэлы комплекс царкоўных майстэрняў. Керамічная, іканапісная, мазаічная – і гэта толькі пачатак спісу. Тут упершыню ў гісторыі нашай краіны заснавалі праваслаўную кінастудыю. Манахіні-аператары, рэжысёр, мультыплікатары ствараюць сучасны відэапрадукт. Працоўны дзень пачынаецца не з планёрак і лятучак, а з малітвы. Вось так, што дзень у палове 10 раніцы роўна 30 хвілін звернутых да ўсявышняга. Чытаюць вытрымкі з Евангеля, малітвы за здароўе ўсіх супрацоўнікаў і акафіст, ці хвалебныя песнапенні да Іана Воіна. Імя гэтага хрысціянскага святога і носіць кінастудыя. Нравственность в светском понимании очень часто может даже отличаться от тех духовных реалий, духовных понятий, которые мы хотим донести до наших зрителей, до наших слушателей. И поэтому, когда мы приступаем к нашим трудам, мы просим благословения Божьего свыше помощи, чтобы наше слово, наше изображение, все-все-все творческое, что мы приносим, те произведения, которые мы создаем, чтобы они были одухотворены, чтобы в них присутствовало действительно вот это веяние тех святых истин, о которых мы хотим засвидетельствовать. А без Божьего благословения порой можно и ошибиться. Вось уже 7 гадоў кінамайстэрня доказывая, что монастыр – это не закрытая держава с непарушными основами. У послуху могут присутничать элементы творчести. А починалося все с размов айца Андрея Лемяшонка. Рассказы харизматичного служителя церкви корысталися такой популярностью, что было принято решение их записывать. Нужно идти к Богу, нужно искать Бога, нужно действительно, чтобы жизнь изменилась. Просто так уже не проживешь. Возникла идея о том, чтобы не терять это богатство. Слово ушло в воздух, и, казалось бы, все, нет его. А так, чтобы его записать и донести до еще большего количества людей, потому что часто помещение, где проходили беседы, не вмещало всех желающих. Вот возникла идея записывать, делать аудиозаписи. Сначала это были кассеты, потом диски. Потом добавились идеи делать уже кроме бесед еще какие-то аудиозаписи, например, книг духовного содержания. То есть аудиокниги, то, что сейчас популярно очень в современном обществе, когда современный человек, может быть, ленится читать, может быть, просто ему действительно не хватает времени. И начали делать записи именно духовной литературы. Потом все, вот этот спектр расширялся.
Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде вся исполняется. От аудиофиксации проповеди у духовных гуторок яны поэтапно переходили на узровень еще и видеостудии. Сегодня при святой Советинском монастыре наладжена полноценная киновытворчасть. Технічныя магчымасці дазваляюць ажыццяўляць шматканальны запіс, монтаж, звядзенне, мастэрынг і нават рэстаўрацыю фанаграм. Апаратуру выдаём. Например, вот здесь в этой сумке набор света. 4 прибора: 100, 350, 650 и 1000 Вт. Камера, звук, стедикам, вот, кран. На базе студии с нашей аппаратурой мы можем снять как документальное, так и художественное кино. Вот, в принципе, это и делаем. Вот, но если какие-то такие экстравагантные моменты есть, то мы прибегаем к помощи других компаний. Памылкова лічыць, што калектыў кінастудыі складаецца выключна са служыцеляў царквы. Дарэчы, сярод праваслаўных кіношнікаў толькі адна манахіня, кіраўнік студыі маці Іанна. У штат залічаны свецкія людзі. Напрыклад, рэдактара студыі Алену Наследышаву у нечым можна назваць і нашай калегай. Некалі працавала на беларускім тэлебачанні і займалася рэлігійнай праблематыкай. Професіяналы-аднадумцы ў галіне музыкі, кіно і нават мультыплікацыі аб'ядналіся вакол манастыра. Усяго 30 чалавек рухомых сілай веры. Многія з іх сумяшчаюць адразу некалькі творчых спецыялізацый, накшталт сам сабе рэжысёр, аператар, монтажёр. Здесь больше свободы и, ну, гораздо больше свободы. То есть нигде так нельзя молодым, каким-то начинающим людям сделать что-то свое, чтобы придумать свою историю, потом еще сделать, там, нарисовать свои картинки. Ну, все полностью, ну, как бы, свое сделать. На контрактной основе сюды на разовые проекты приходят и метры сучасной белорусской кинематографии. Так, для студии у имя Иоанна Воина сдымают титулованные режиссеры Галина Адамович и Виталь Любецкий. А народный артист Беларуси Александр Ткачонок двойчы сыграл священника. А сезон тому на головную роль у фильме «Прычы 3» трымалася заманить зорку советского и постсоветской кинематографии народного артиста СССР Льва Дурова. Кожный приходит со своим светом. И таких вот, уже таких вот адрозненняў только у тым, что тут больше такая праца супольная и коллективная. Ну, то бок, коли человек працуе просто за гроши, это, ну, один подыход. А коли он працуе, может быть, еще за некую идею, коли он натхняется, ну, некими такими идеалами другими, это подход трошечки інший, и тому у меня, ну, вельми приемное уражение от супрацовницы с этой студии. Прямо как сильно в людях лютая, князь приходит мира кромешно. У фильмографии монастырской киностудии как документальные, так и мастацкие стужки. Уже год освоили вытворчасць мультиков. Их первые анимационные альманах различены, конечно ж, на самых маленьких. Казки про таких героев, как корова, мурашка, козявка, пробивают агульначеловечие каштовности. Фоны и персонажи намаляваны вручную, а после працаваны на компьютеры. Две студии – время, посвященное душе. Это уже о многом говорит. То есть мы призываем людей, которые будут слушать то, что мы записали, смотреть, чтобы они задумались о вечном, чтобы они прикоснулись к тем истинам, которые хранит в себе и несет и современному человеку, и доносило до наших предков православие. Это именно свидетельство о Боге, о вере. Поэтому даже если в фильме каком-то или в аудиозаписи ни разу не упоминается слово «Бог», это обязательно о вечном, обязательно о нем, о Создателе. Говорить человеку о том, что есть все-таки другая жизнь, и другие ценности, и другой мир,
и что все это испытание, которое нужно терпеть, и тебе Бог поможет нести свой крест, это уже совсем другой разговор. Між іншим, зараз студійці пропадають на здымках, працюють над черговим протягом мастацкого фільма «Притчі». Сюжет побудований на трьох реальних православних притчах. У стужці задійничені як ведучі театральні актери, так і ті, хто далекі від творчості – служителі Свято-Елисаветинського монастира. На удел у кіно кожний отримав благословення. До речі, основна здымочна пляцовка, як ви здогадалися, – родний монастир.